Незаконно установленный шлагбаум на въезде в аэропорт Аша демонтирован. Об этом сообщает Генпрокуратура. Манас эль Аралык аэропорту, нарушив законодательство и двустороннее соглашение, которым запрещалось передавать территорию для использования третьим лицам, предоставила данный участок частному предприятию, которое незаконно установило шлагбаум и взимало оплату с автотранспортных средств, прибывающих в аэропорт. Незаконно установленный шлагбаум демонтирован сотрудниками соответствующих госорганов. Прокурорской проверкой также выявлены факты внесения ложных сведений в отдельные пункты по вопросу предоставления указанной части автодороги в субаренду. Материалы зарегистрированы по статье «Злоупотребление должностным положением», а также «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» и начато досудебное производство.